Ксения Столбова, Федор Климов. Вот начнут серьезный уже сезон. Ну а сейчас Юлия Лепницкая. Юлия Лепницкая, которая призналась после произвольной программы, что это был худший прокат в ее жизни. Что уж тут объяснять. И вот ее показательный номер. Не будет привлечением сказать, что не только вся Россия, но и весь Китай, и вся Япония ждали первый официальный старт в этом году Юлии Лепницкой. Короткая получилась, изумительной. Произвольная не получилась. В итоге Юля вторая. Очень расстроилась. Она, конечно, спортсменка. Она спортсменка вот, до мозга костей. Амбициозная и серьезно переживающая какие-либо неудачи. Тут такой микроскандальчик вышел, что вроде как Лепницкая пропустила церемонию награждения, но, как сообщила журналистка Татьяна Флада, которая работает практически на всех крупных турнирах по фигурному катанию, переводит очень много, потому что знает немецкий, английский и русский. Так вот, Татьяна Флада сказала, что просто Лепницкая пропустила церемонию награждения, потому что отправилась обратно в отель и не знала о том, что награждение будет после соревнования. Вот что сказала Флада по поводу этого непонятного инцидента. Поэтому это было абсолютно неумышленно. И ничего такого в этом, знаете, зло задуманного не было.